Календарная весна постепенно вступает в свои права, но лыжники используют по максимуму все оставшиеся возможности выйти на дистанцию. Благо сказать, что погода в этот день была идеальна, это не сказать ничего. Легкий морозец, яркое солнце и прекрасно укатанная дистанция заставляли забыть, что на дворе март. Около 60 лыжников вышли на дистанции в 1, 2 и 3 километра с раздельным стартом. Слава Христов не пропускает ни одного соревнования и на этот раз мощным накатом на финиш не оставил шансов соперникам и стал первым. Ну, она все какая-то легкая очень, легкая. Но вот на тех соревнованиях, которые были, они были довольно-таки тяжелые, там 3 километра. Ну, я весь круг молотил, можно сказать. Соперник вообще заметил дистанцию или нет? Я всех, может, 4 обогнал. Свою любовь к лыжному спорту доказывали не только самые юные участники, но и ветераны в очередной раз подтверждали, что списывать их со счетов, ох, как рано. Всех победителей гонки вы видите на своих экранах. Андрей Жиляев и Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».